Давай, плыви. Шелли, согласно нашим данным, черная дыра генерирует поток нестабильных импульсных волн. Ты не сможешь использовать свой экзоскелет. Найди что-нибудь для защиты неподалеку. Что ж, ну а я приветствую вас на канале Asmodee Play. А я приветствую вас так на канале Asmodee Play. Так, ну давайте пройдемся немного вперед. Раз у меня экзоскелет отключен. Кстати, игра называется Bricked Memory. Bricked Memory, так. Что такое? Поднять. А, у меня этот отключен, значит. Ладно. Я думал, не настолько же отключен, что прям отключен. Так, когда ты позади врага, нажимай для их убийства. Satellites have confirmed several hostiles nearby. Hide yourself in the rain and take them out. Для приседания. Remember, if you get spotted, спутники обнаружили несколько неприятелей неподалеку. Ну, несколько. Вот, можно гранату, смотри, взять. Ни хрена не берешь, тупая баба. Так. Тихо. Ага, вот, подожди. Кто-то где-то там есть. А, вон он гуляет. Сейчас мы... с тобой разберемся. Обойдем тебя. На. Неплохо, да? Мне тоже понравилось. Вот оно. Блин, а я его даже сразу-то и не заметил. Смотрите, каждого по-разному. Ничего, я маньячину-то с тесаком. Так, ладно. Куда мне? Так, вражеский патрульный судно приближается, спрячься в тенях. Don't get lit up. Блин. The enemy vehicle is gone. Вражеское судно ушло, двигайся дальше. А, так меня и предупредят, когда оно придет, когда уйдет, что ли? Блин, ни хрена не получилось. Ни хрена не получилось. А так хотелось бы. Ну, попробуем еще разок. Только откуда будет? Когда ты защищаешься от врага боли, ты можешь активировать противостояние. Ага, так, меньше шума, да, производим? Ну, давай. Хоп! На! Блин, а куда... Мне бы хотелось бы еще, конечно бы. Уа! Ни хрена себе. Что за подстава-то? Удачи.
На! Вау, я еще кататься могу. На! Давай! Почему я оружие не у них не беру? Так бы перестрелял бы их всех. Ты чё, что не работает этот экзоскелет? Мне вот он как-то не особо когда отстреливаться. Так, блин, пропустил за уровень тревоги. Ой-ой-ой-ой. Домой хочешь? Беги! Ой-ой-ой! Как? Они меня не преследуют? А вы что, знаете, где я? Блин, завалили, падлы, ладно. Кто ж вас знал, что у вас там трое-то нахрен? У каждого огнестрельного оружия есть разные режимы стрельбы. Учтем. Разные режимы стрельбы. Ну, давай смотрим. Так. Блин. Вот он стоит здесь по-любому. По шагам слышно, что он прийти пришел, уйти не ушел. На, ни хрена не получилось, блин. Не вытерпел я. Так. Как тут проходить надо? Блин, может в дыру залезть, чтобы это обойти их. Как-то же должно это работать. Не получается. Давай, иди сюда. О, что первый, что второй. Аккуратненько. Давай, сейчас он уйдет, посмотрим. Блин. Хоп. Блин. Они заметят, что его нет? Где он? Падла еще смотрит туда. Так. Надеюсь, из-за отравата тоже не прикрывает ни хрена. Так, вражеская патрульная судно приближается, спрячься за камнем. А, так оно летающее. Хорошо, укройся, не дай им тебя заметить. Ну как? Укройся. Укрылся. Окей, продолжай двигаться. Окей, продолжаю. Только мне тут сложновато двигаться-то.
seriously tired. Давай. I just want to go home. Хочешь домой? А интересно знать. Вы вообще не разговариваете, когда вас выносят вот так вот. Опа, опа, хоть бы повернулся. Смотрим. Что у нас тут? Вот она. Я знал, что она здесь должна быть. Уж больно такое место козырное. Могу прокачаться? Нет. Шоковый удар, так. Ну, оружие, я даже не знаю, осколочная бомба. Мне она пригодится вскоре, как я понимаю. Давай. Немножко качнем ее. Так. Или на каждую можно качать? На каждую можно качать? А, нет, смотрите, пока не могу. Так, притяжение, луч. Ваша экс-рука меняет гравитационные поля. После улучшения радиус луча увеличится на 40%. А, там, ну, увеличение, все правильно. Залазь. Так. Ой-ой-ой. Там. Армия. Коробок нету, да, чтобы разбить. Так шуметь не надо. Вот Том Райдер был бы, я бы стрелу бы тебе уже пустил бы отсюда прямо. О! Это прекрасно. Это мне нравится. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, тактический луч. Какой-то ракет не хватает. Ага, мне капает энергию. Необходимо две штуки таких, а у меня пока только одна. Это световой клинок, воздушный разрез. Так. Тоже две. Понятно, всего надо уже. Вау, разрез клинками. Так, генерирует так. Две штуки надо на эту штуку. Так. Так, волну из световых клинков и запускают ее вперед. Волна наносит урон всем врагам по прямой линии. Ну давайте наберем две. Хотя вот воздушный разрез тоже надо. Ладно. Будем надеяться, что мне хватит на игру прокачаться-то. Ага, двигаться не начинал. Так. Они меня что, видят так хорошо? Ой. Ну этот-то меня точно уж хорошо мог разглядеть. Ждем, ждем. Падла, вон он. Смотрит на меня. Ну что ж ты смотришь на меня? Так. Хоп. Правильно. Души его, души. Вот так. Ага. Por favor. Ну эти трое вот. За что им платят? Гнать таких работников в шею. Так, ну не вижу, чтобы там была статуэтка, конечно. Зато вот она. Конечно, она внизу могла быть. Хватило? А, хрен там. Мне же две надо штуки-то. Ладно. Так, так, так. Шелли, несколько неприятелей обнаружено на втором этаже. Не попадись им.
На. Блин, все-таки пристрелил. Ну правильно, через доски кого-то не попадись. Ну, кстати, можно все-таки гасить немножко, да, если успеешь. Костюма нет, валят быстро. А дочь должна делать уроки. Сидит и ловит. Shelia, several hostiles confirmed on the second floor. Don't get spotted. Давай, давай, мы уж поняли. Stop! Who's there? God! Shoot me! Fire! Блин! А тебя как обойти? Ты же все равно запалишь. И так увидишь меня. Что-то надо с тобой делать. Потому что я как понимаю, вы меня видите. Если меня засекли, то все. Уже не отпустите. И с этим надо что-то делать. Давай. И сюда. Shelia, several hostiles confirmed on the second floor. Don't get spotted. Хорошо. I'm seriously tired. I just want to go home. Вот так. Блин. Блин. Маленько не так опять. Как-то все не так. Ладно. Посмотрим. Да. Shelia, several hostiles confirmed on the second floor. Don't. Залазь, давай. Давай, давай, дети. На. Первый есть. Сейчас вот этот развернется, когда на обратном пути уже пойдет. Сам ото. Тихо, тихо. Так, ты увидишь его, нет? Обошли. И захреначили. Ножки картошки подрезали. Да, жуткое зрелище. О, я бы поел бы сейчас. Том Янг. Вкусно. Но блин, даже не знаю, вот сюда. Здесь оп, нету ничего. Так, что у нас там? Луч. Ракет. Ну да, вот что мы хотели-то. Что мы хотели? Вот, давайте. Есть. Насобирал. По-любому насобирал. Ракетный удар. Ракетный удар. Две штуки. Блин. Ладно. Обсудим это потом. Директор Чен,
Доктор Чен, я вышла из вражеского патрульной зоны. Идет еще одна импульсная волна. Так точно. Импульсная волна. Что за импульсная волна? Временная, которая. Выявление урона. Электромагнитные помехи. Ну давай. Ну я так и думал. Шелия, are you okay? I'm fine. My exo unit is fine. Good. But be careful. No. You still don't know what General Lin is planning. Да. Ну давай, давай, еще раз. Да. Да. Так, сойдет? Да, да, да. Ну-ка, спокойно. Да. А, ты лучник. Ну-ка. Еще разок. Давай, давай, давай. Кроши его. Труху. Разблокирую новые умения. Давай посмотрим. Новые умения. Ракетный удар хочу. О. Удерживайте F, затем отпустите, нажмите F, затем нажмите снова. 100 на Е, это на F, ладно. Не понял, ну-ка еще разок, как. Ракетный удар. Направляет энергию, выпускает больше огненный шар вперед, пылающий снаряд, наносит врагам урон и дополнительно. Так, после улучшения урон, так. Во время ускорения нажмите F, затем отпустите, нажмите F снова и отпустите. This isn't the way. Ага. Нажмите, отпустите. Всех их вместе соберем. Вот так вот. И да. Так, по крышам идти? Ага, нет, не по крышам. А нет, подождите, мне все равно туда куда-то показано. Надеюсь, что все правильно сделал, так? Можно идти путь наверх. А, так наверх, все равно наверх. Так я правильно шел-то получается. Так. Что, надо было еще выше просто. Так, пистолет. Вау. Пистолет. Ой, патроны-то мне нужны, да. Кто бы спорил. Пройдем сюда.
Ничего не вижу, ладно. Так, дождь. Ой-ой-ой. Блин, это второй такой босс, ни хрена себе. Ну давайте помучимся с ним теперь. Тебя-то как гасить? Так, надо на оружие-то помощнее перейдется. Что это с пистолетиком-то на такую херню-то? Императора-то и кое-как загасили. Вот так вот. А мы с пистолетиком на него. Вау! Ты чё? На. На. Так. Прекращаем хорошие патроны тратить. Вот тут у нас вот этих куча, вот их и будем использовать. Блин. Ладно, давай. Залезли. Что мы видим? Так, ладно, сейчас на нас нападать будут. Вау, ни хрена себе, откуда чего прилетело-то? Так, а как мне их гасить? Подожди. Блин, как-то надо придумать, как их гасить. А то они мне проблем будут создавать. Так, к себе притянуть? Или как? Ну, давай посмотрим. Так. А я их победил. Контрольная точка была. Нет? Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Come on, shiver me. Так, восстанавливаем, восстанавливаем все. На. На,
Все-таки понятно, как вас. Ни хрена себе, то сколько ж тебя надо было долбить-то. Вот так. И первый не умер. И второй помирать не хочет. Так, ладно. С вами мы потом разберемся. Так, будем продвигаться. На. Так, а кстати, мы же что-то, да, мы можем это, так, разрез клинком, воздушный разрез. Так, ну давай вот увеличим наш разрез этот. Ой-ой-ой-ой. Не могу туда попасть, игра не дает мне туда залезть, значит, мне туда не надо. Так. Все нормально, что вы? Не переживайте так. Было 99, было тогда или сколько? Не помню. Вот что мне надо. Вот эти патроны-то мне надо. Да. Сюда. Не дает запрыгнуть. Где ты? Вау, вау, вау. Каково это? Без щита-то быть, а? На! Блин. Дольше мучился с тобой, идиотина. Особые. Ну, не понадобились. С этими пока и так разберусь. Давай, иди сюда. На. Иди сюда. Порешали тебя. Вот и весь сказ. Ой-ой-ой-ой. Director Chen, I'm under heavy attack. I can't proceed. According to satellite data, the hull is right. Get in there. Кто-то там. Еще разок. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Капусту. Почему я не могу вот этот? Да. Использовать-то не могу. Да где ты? А, это корабль.
Я так предполагал корабль, конечно. А вы что, так и будете там прыгать? Так. Оп. А я успел. I should be safe for now. Так, перезаряжаем. Ты не можешь брать. Ну не могу, не могу, ладно. Хрен с вами. Блин, читать не успеваю, что написано. Что-то хорошее, может, говорят. Вот в чем единственное. Ты не одна, опасайся разведывательных самолетов. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Так. Давай. И оп. Да они знают, что я здесь. Я знаю, что они здесь. Так и живем. Нет, не так. А как? По идее это вот. Ну давай по стене бегу. Вот так. Не уж, что у меня прямо таки все есть. Особенно этих патронов вот, для пистолетов. Ладно. Будем использовать их. На. Амуницию больше нет. Ладно. Директор Чен, I've left the safe spot. Чен, я проник в безопасное место. Пройди ресторан 200 метров прямо, и ты выйдешь к реке. Пересеки ее, ты найдешь дорогу, которая приведет тебя куда-то там. Хорошо. Вау, что у меня есть? Неплохо, неплохо. И 100 патронов еще к нему. Так. Так. Готово. Что там по мне? Еще? Кто там? Где ты? Да покажись. Вот и все. Больше возмущался. Так, теперь давайте посмотрим. Световой клинок, он мне ой как нужен будет. Так, можно разблокировать воздушный разрез. Так, увеличится на 40, и дистанция рывка увеличится на 40%. Разрез земли. Так, разрез клинком вообще по идее. Ну давай, вот. Нет, нет, нет. Ну-ка, рука экзоскелета. Так. Шоковый удар. Нет, все-таки световой меч. Я вот этот еще буду разблокировать. А, еще даже вот. Ну ладно, давай. До конца. До конца. Что? Ух ты. Ладно.
Вон он. Вау. Ага, сейчас. Да. Блин, все-таки они меня загасили, ладно. Вас просто много. Вы тупо из-за этого меня и гасите. Вас много, потому что. Давай. Давайте посмотрим, давайте у пистолета, что за вторая способность у него. Как хреначит. Так, ну с этого начинаем. Ай-яй-яй. Блин, ладно. Давно снайпера не играл, поэтому навыки были утрачены. Да. Сомневаюсь, что это прям пипец как сложно. Давай используйте ями. Будем использовать все, что в арсенале найдем. А смотрите-ка, все-таки патроны-то тратятся. Давай. 105. Ну, высунься. Я даже знаю, где ты. Нет, тебя здесь нет. Ну ладно, если тебя здесь нет. Посмотрим. Что это за штука? Ну ни хрена себе. У меня тоже есть ракетница. На. Да. Вот тебе и раз. Бум. Что, еще одна? Ракетница, что ли, где-то у нее? Ракетчик. Так. А, нет. Просто какой-то идиот. Это разные вещи. Не надо путать. Божий дар с яичницей. Ой-ой-ой. Вот сейчас там мы с тобой. Давай. А что, думаешь, зря меч прокачивал? На. Вот тебе жбан. Куда? Сюда? Ну-ка. Есть что прокачать? Рука. Эмми. Давай. Увеличиваем нашу шоковую терапию. Ай-яй-яй-яй-яй. А вы на что рассчитывали-то?
На. Я боюсь этих звонов. Так. Хоп. Скоро опять босс будет. Потому что... Вон. Отовариваемся как. Ладно. Ой, кстати. Надо же еще посмотреть. Вот у этой штуки какое там... Тоже 15 чего-то. Давайте смотрим, куда это я попал. Да. Сам себя истыкал. Идиот. Этот-то куда убежал? Убежал, убежал. Пока нашим легче. Так. Надо посмотреть, что это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На! Ракетница! Бум! Бунк. Неплохо, неплохо. Я даже сам себя похвалил. Какой я молодец. Всегда бы так. По крышам не могу идти. Так, ладно. Так. Перезаряжаем. Все оружие надо перезаряжать. Ничего врагу не оставляем. На случай, если вдруг патрона одного не хватит. Нам всегда должно все хватать. Да, ну с катером-то хорошо получилось. Ну-ка давай. Давай. Нормально так повеселился ты немного в такой прекрасный чудный день. Как можно быть таким несчастным? Блин, этот пистолет нравится, чё? Незатратный такой вроде как. Ой. Ну давай. Ага. Вот так. Без прикрас. А, мне же точно еще надо одно оружие проверить, использовать, просмотреть, как правильно сказать-то. У винтовки же тоже второй режим еще есть. И что-то за режим еще неизвестно. Я его еще не пробовал. Где ты? Ага, вот она. Ну, неплохо, неплохо. Прилипало, то есть уже не отлипнет. Так. Yeah.
Не понимаю. Давай, 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 давай. Я понял одно. Не надо было стрелять там. Looks like they're gone. Так, похоже, они ушли. Блин. Ну ладно. Ушли, ушли. Смотрите, здесь столько всего. Точно босс будет. Я опять потею. Давайте. Так, Шелли, спутник не может обнаружить твои координаты. Где ты? I'm in a reed field. В тростниковых зарослях. Just past the reed field is Fengju Bridge. Head somewhere from where you can check it out. Направься на место. Roger. Так. Хорошо. Так, это у нас хватает. Туда нам не пройти. Твою ж мать! Ни хрена себе, я испугался. Свиньи и тени меня не любят, что ли? Так, ладно. Не могу туда, да? Не могу. Ладно. Ну-ка, смогу ли я прокачаться сейчас? Ну давай. Нет, световой клинок мне лучше вот разблокировать там все эти разрез клинками. Ага. Нет, не могу. Не могу разблокировать. Но вроде что-то хорошее намечается у меня про клинки. Видите, сколько патронов? Точно босс будет. Он прям готовит меня к тому, что ты набрался всего-всего здесь. Ой. Так, ну тут ничего нету. Тут ничего нету. Тут. Куда меня тропинка ведет? Так, свинки. Надеюсь, вас не натравили на меня специально. Ко мне прикопались. Пошли, ходячий. Пройти через окно. Проходим. Блин, такие новые задачи прям. Аж для совсем тупеньких, так скажем. Так. Световой клинок. Подожди, вот оружие увеличить. Я, правда, не знаю. Осколочная бомба. Взрывная граната тоже можно, конечно, увеличить. Так, увеличивается на 10%. Тут уже сколько продолжается урон. Ну, давай разрез клинком. Только вот этот вот. Надеюсь, я правильно качаю. Опа, куда-то опять вышел. Столько оружия на мне. Я как терминатор. Опять. Так.
Ты за мной бежишь? Так. Так. Спокойно, спокойно. Блин, загасил, загасил. Ну правильно, толпой, что этот там. Сейчас мы маленько по-другому все будем делать. Хреначить всеми возможными способами налево-направо. Пидж, пидж, вот так вот будем. Чтобы узнать больше, подписывайтесь. Подпишемся, ага, два раза. Давай, беги. Да, убегай. На. Где ты там? Не вижу. Что, ты думал, я тебя не замечу? Я тебя заметил, по стрелам определил. На. Не ожидали, да? Да кто там такой резвый? Да стой! На! А чита-то твоего ни хрена не осталось. Ой-ой-ой. Не получается так, но пройти сквозь щели в таверне. Что загасило? Ну да, смотрите-ка. Получилось. Получилось. Да. Чем-то напоминает вот этой динамичностью, напоминает... Он даже дьявол может плакать. Дэвил Маккрай. Давай. Сюда. Что я могу себе качать? Луч. Разблокировали. Разблокировали. Ну, нормально, он накачался на них. Так, ладно. Тут у нас все есть, так туда не идет. Значит, нам только сюда. Директор Чен, I've checked Bongyang Bridge. Не могу читать. Aircraft passed overhead. Sounds like something's going on up ahead. Be careful. Будь осторожна. Ну, это я понял. Так, я сам вышел на этот павильончик. Это вроде поглубже было там. Ой-ой-ой. Это кто? Что за мутант? И покуда бить надо по глазам? Ни хрена себе преобразилась из ниоткуда.
Я даже не знаю, что мне с тобой делать. Так. Ну, вроде как получается чуть-чуть. Только мне кажется, 4 маски тебе надо будет разбивать. Ну что ты не бежишь-то? Нахрен ты с ним связываешься-то? Ударила пару раз и беги. Ударила пару раз и беги. Ёж твою мать-то, так тебя... Как ты выжила вообще в этом мире? Если твое здоровье падает, продолжай защищаться. Конечно, тут вариантов нет у тебя просто. Ладно. Так. Беги, вот что ты с ним связываешься? Беги. Вот, все, беги. Помахала немножко мечом, все, беги. Беги, беги. Тебе с ним не жить. А вот если не убежишь, тебе не жить. Беги, беги, беги. Ага, он чем-то мощным гасит меня. Давай, просто беги. Хрен там. Не получается как-то. Не совсем то. Ну-ка. У нас... Пистолет еще ракетница есть, точно помню. На. На. Убегай. Беги. Ты бегаешь просто медленно. Экзоскелет тебе нахрена? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Во время активации противостояния амуниции многие так экзоскелетом восполняются. Беги! Столько мечом махала, ни разу не попала, блин, ты тварь! Ну ладно. Потому что я уверен, что пули такие маленькие для такого монстра, ничто. В этом почему-то я уверен очень. Придется как-то прыжками по одному разу. Так. Махину эту.
На, давай. Це так кувалда. Вот один раз ударим, беги. Да беги. Вот он, чтобы не преследовал нас. Беги. Так. Так. В очко тебе. Ты об чё застряла-то? Победил, чё за глю, чё за нахрен? Нет, так не пойдет. Давай, давай. Так. Давай. Тебе конец. Здорово, тип. Что, еще разок, что ли, тебя гасить? А не слишком ли? Что-то до хрена для тебя. Ой-ой-ой. Давай, давай. Беги. Где боеприпасы? Блин, ни хрена себе. Вот, вот тебе и раз, вот тебе и два. Используйте уклонение, чтобы остаться в живых. Вот только его и использую. Тоже жить охота. Не только, блин, императору. Мне тоже, особенно мне.
да. Вау! Да тихо ты! Беги! Блин! Тоже мне Doom 2! Уйди. Да стой. Давай, мне главный император уже загасить. Вот так вот. На. Фу. Не отвлекаясь на древних солдат. Шелли, у нас нет времени, я сказал Уэйку привезти тебе штурмовой транспорт. Иди по высланным координатам и забери его. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео.